据说这段谈话呢，是梅德韦杰夫啊说啊，我们得大肆这个盗版欧美的电影、文艺作品啊，专利都盗他们啊，来进行对他们的惩罚啊，这样子也是体现了互联网精神、公平和自由啊，开放的精神、分享的精神。可惜啊，这个听不懂，不知道是不是这个意思啊？听三言两语。Что ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Вот если раньше я как юрист к этому относился отрицательно, абсолютно искренне говорю, считал, что лучше переплатить в тот момент, когда другие там говорят, что ты платишь там, типа, это везде все есть, там на торрент-трекерах там и так далее, то сейчас я. 哎呀，这个大流氓、大二流子，我天哪！国家鼓励盗版，跟那个卡斯特罗不也干过这样的事儿吗？是吧？以国家的名义鼓励偷渡，结果不说那个西班牙语在美国变成了说西班牙语最富裕的一个群体，比西班牙人还富裕，怎么办呢？拿他们没。